Русская община Азербайджана распространила заявление в связи с продолжающимися провокациями вооруженных сил Армении на государственной границе. Этнически русское население страны решительно осудило агрессивные действия армянского руководства, направленные на эскалацию конфликта и попытку захвата новых территорий суверенного азербайджанского государства. «Мы полностью поддерживаем политику президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, а также в отношении урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта», говорится в заявлении. Русская община выразила благодарность азербайджанской армии за мужество, проявленное в боях. Как отмечается в заявлении, этнически русское население страны готово встать плечом к плечу с азербайджанским народом на защиту Родины, отстаивая нерушимость государственных границ Азербайджана. Русская община Азербайджана, этнически русское население всегда поддерживала скорейшее мирное урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. В теперешней ситуации мы просто не могли остаться в стороне, потому что мы видим, как Армения провоцирует ситуацию на границе, подвергая обстрелу военные объекты Азербайджана, а также мирных села. Гибнут мирные жители. Мы не можем остаться в стороне, когда такое происходит. В своем заявлении мы призвали международное сообщество, структуры, Организацию Объединенных Наций, Минскую группу ОБСЕ, европейские структуры оказать должное давление на Ереван, на Армению, чтобы подобного рода провокации не повторялись, чтобы Армения прекратила вести свою агрессивную политику в отношении Азербайджана и в скорейшем времени вывела свои оккупационные войска с оккупированного Нагорного Карабаха, а также семи прилегающих регионов. В своем заявлении мы также подчеркнули еще раз, что этнически русские граждане Азербайджана всегда готовы поддержать страну в трудный период.